наш организм обладает уникальными возможностями. И, конечно, мы говорим о здоровом образе жизни, но давайте честно признаемся, большинство наших жителей каждый понедельник начинают делать утреннюю зарядку и, к сожалению, быстро ее заканчивают. И поэтому, конечно, надо думать о себе, надо заниматься спортом. И поэтому вот то, что сейчас здесь происходит, ребята, которые сейчас придут, и я так понимаю, что это действительно уже тренированные, подготовленные, мужественные ребята, которые будут не только спортом хорошо заниматься, а и по жизни будут достаточно смелыми, активными гражданами нашей страны.